Теперь прошлое и будущее России можно узнать не только из учебников, а, например, сходив в музей. Сергей Шойгу торжественно открыл выставку уникальных карт в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Сегодня это один из таких знаменательных событий. Многие члены Учительского совета Русского географического общества вносят свой вклад. Я думаю, что это одна из первых выставок вклада в дальнейшее и популяризацию, и сохранение фондов, российских фондов, русских фондов Русского географического общества. Экспонаты предоставил Русский фонд географического общества. Всего в коллекции более 500 карт, но посетители могут увидеть пока только 80. Сделана огромная работа. Мы реставрировали наше здание в Санкт-Петербурге на Гривцова, которое было специально построено для Русского географического общества, тогда Императорского географического общества. Мы приступили к реставрации наших архивных материалов. Мы приступили к изданию отчетов о путешествиях наших великих географов, наших великих сограждан. Экспонаты выставки рассказывают историю географии России с 16 по 19 века. Тематически они делятся на 3 части. Посетители могут увидеть карты времен Ивана Грозного, смутного времени и начала династии Романовых. 2-я часть посвящена временам Петра I, Северной войны, основанию Петербурга и исследованию Сибири. Самая интересная 3-я часть. Она отображает представление людей античных времен о будущих землях России. Все карты подлинны и выполнены европейскими картографами. Источниками знаний им тогда служили рассказы путешественников и купцов. Выставка продлится до 20 октября.